Раз, два, три, четыре. Три, четыре. Эти ребята не просто дошколята, настоящие скауты. К встрече с лесом готовы, вооружены кепкой и рюкзаком. В отряде 32 участника и один спайдермен. Таковым себя считает 6-летний Арсений. Говорит, ребятам под его защитой не страшны никакие опасности леса. Тут может быть волки, медведи, очень большие, как он называется, шакалов. Я с ним бы сразился сильнее. Я ему дал по лице бы ногой и убил бы его. Волков и медведей ребята, к счастью, не встретили, только любопытную кошку. Привлекли ее спортивные состязания. По правилам одного из них, в ведро нужно было собрать побольше шишек, в другом – потушить пожар. Не настоящий, конечно. Играя, ребят готовят к непредвиденным ситуациям в лесу. В лесу надо вести себя хорошо, не кричать, потому что ты можешь зверей испугать, и можешь с какого-нибудь животного, ты можешь весь лес испугать. В мини-походы дошколята из маховой пади ходят уже несколько лет кряду. Такие вылазки стараются не пропускать и их родители. Очень уж ностальгируют по своему детству. Здесь вот у нас выпускники провожают рассветы, все здесь выпускники здесь все сюда ходят. Мы здесь в детстве гуляли, здесь раньше были пришкольные участки, где там выращивали там что-то, так, овощи, вот, поэтому для нас это родной лес, в котором мы тоже детство проводили. Кристина Каширина, Денис Лугов, программа «Город».